Друзья, всем привет! Это видеообзор квартиры, которая находится по адресу улицы Марата, 26А, самый центр города, кирпичный дом. Вот, квартира у нас очень просторная, расположение класс, самый-самый центр. Это пересечение Марата и Канадзавы. Там у нас получается сквер имени Кирова начинается. Ну, вот там за этим домом, а это вот дорога, которая непосредственно к нему ведет. Вот, квартира у нас четырехкомнатная. Сейчас мы с вами в раздельной планировке, за исключением вот этой комнаты. Это зал, совмещенный с кухней. Есть также, как вы видите, посудомоечная машина. Ну и давайте пойдем просто по часовой стрелке, дабы вам все показать. Вот, это комната номер один. Диван раскладывается. Комната очень просторная, светлая, теплая. Далее... Давайте вам покажу санузел. Сейчас включим тут свет. Хоп. Санузел у нас раздельный, как вы можете обратить внимание. Чикс и чикс, что тоже очень удобно, когда у вас большая семья. Хоп-хоп-хоп. Такой классный вместительный шкаф, куда можно все-все-все убрать лишнее. Далее. Переходим налево. У нас здесь еще один шкаф-купе. Ну, не купе, прошу прощения, привыкли уже, что везде шкафы купе. Вот такая, можно сказать, темножка. Шкафчик, можно сюда все вещи убрать. Далее, это зал. Обратите внимание, что здесь есть кондиционер. И также есть выход на лоджию. С этой стороны у нас окна выходят на противоположную сторону от улицы Марата. Квартира у нас в таком в классическом исполнении, но она очень чистая на самом деле здесь. Провели легкий косметический ремонт, поэтому можно спокойно сюда заезжать. И еще у нас одна комната вот тут. Также вот лоджия, получается, она продлевается. Чикс. С выхода с зала. Так. И здесь у нас, получается, вот такой небольшой аппендикс есть. Можно какие-то вещи туда складировать. Ну и сам, собственно, коридор. Вроде показали все, что могли. Будем рады вам эту квартиру показать вживую. И заселить именно вас. Спасибо.